естественно. Он сзади, посмотрим вниз. О! А? Огонь! Ика, нахуй! Ой. Не в камере. Я пошел. Все. Ну это будем говорить, что это не для бабушек и дедушек. Это строго для нас. Итак, мы проезжаем по городу Бельцы. Вот в проезде. Мотопробег в честь 9 мая и Святого Георгия. Мы сейчас сделаем круг почета по городу Героев Бельцы. Итак, вы видите Никиту Вахтера, как он превосходно проходит трассу. Беспонтовую, короче, трассу. Мы видим какое-то водохранилище. Короче, лучше без комментариев. Опа, давай! Мы верим в вас! Такое осень, это камни. Снимай до конца, пока я не внесет. Снимай, несы. Вас, снимай до конца, пока все не следует. Так да, 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 да. Ну опять я снимаю, нормально. Вот сюда как раз сзади, сними сюда. С другой стороны поверни. Сейчас. Урал, Пашка, прямо Урал смотри. Кто-то был. Паша, стоп, Паша, сталкивай. Стоп, здесь кто-то был. Здесь уже кто-то был. Здесь уже кто-то был. Как мы предполагаем. Да, видно, и дымок. О, прямо фонтан. Делай все, не останавливайся. Потом вырежем, если. Да что. Все, ништяк. Все, я остановлюсь здесь, что здесь. Сейчас я там стану. Я стою. Это был Владимир Злата. Вавалин. Злата. Одним словом, Вавалин. Вабаныч. В натуре его. Это был Вабаныч. Вот. А это наш... Тихо. Оставили проход, пожалуйста. Евгений. Улыбнись на камеру. Где такое, я еще говорю.